Доброе утро всем из Одессы. Сегодня 25 мая 2024 года. Сегодняшняя ночь в Одессе и в Одесской области прошла абсолютно спокойно. К большому удивлению, за всю ночь не было ни одной воздушной тревоги, а в городе не звучало никаких взрывов, за область тоже ничего не сообщали. И по информации, которая известна на сегодняшнее утро, ни в Одессе, ни в Одесской области за прошедшую ночь прилетов нет. Вот. Погода у нас солнечная, погода теплая. Немножко есть ветра, но, в принципе все в порядке. Погода, знаете, летняя, потеплело у нас серьезно. Ветерочек, конечно, холодный с утреца, но, я думаю, к обеду будет жара летняя уже по-настоящему. Ладно, всем хорошего дня, мирного неба, подписывайтесь на канал, до встречи, пока.